Сейчас я хочу провести сравнение 9 разных сортов картофеля. Некоторые из этих сортов местные, выращенные у нас в Сибири, уже годами выращиваются. Несмотря на наш резко континентальный климат и на то, что картофель чуть ли уже не сорт репродукции, данные сорта, некоторые из них дают стабильные урожаи. Хорошие, да, или средние урожаи, несмотря на разный климат. Да, у нас, потому что кто, да, живет в Сибири или жил, знаете, да, что у нас может быть жара, да, тут же может резкое похолодание, дожди лить, да, заливать все. Или же, например, морозы, да, холодный туман, лед, да, ночью, да, утром на картофеле, да. Ну, то есть резко континентальный климат, и данные сорта, несмотря на все это, дают стабильные урожаи. То есть я думаю, некоторым будет это интересно узнать, да? Посмотреть эти сорта, сравнить их с другими. А, ну, кроме этого, я также рассмотрю еще и другие сорта. Например, я какие-то на почте заказал, скажем, Коломбо. Здесь никто не выращивает данный сорт. Эту скороспелку голландскую, да. Ну, мне просто интересно было посмотреть, как у нас в Сибири он будет расти. Или, скажем, сынок сорт, да, который дает тоже хороший урожай. Богатырь, да, сорт Богатырь, а называют люди сынок его. Или же, скажем, вот в магазине пошел, купил египетскую картошку. Один клубень разрезал на 4 части, посадил вот 4 кустов. 4 куста, 4 лунки. И я, кстати, уже видео снимал по поводу египетской картошки. Можете посмотреть, кто еще не видел. Вот сегодня я просто остальные вот эти 2 куста выкопаю. Ну и я хочу сравнить по трем категориям, критериям, да. Первое — схожесть ботвы, сохранность клубней. Второе — урожай, сколько кустов в ведре. И третье — вкусовые качества. Ну, по поводу первого хочу сказать, что все эти 9 сортов дали хороший урожай. Дальше я назову эти сорта, сейчас буду выкапывать, назову и покажу их, да, что это за сорта. А, некоторые, к сожалению, я не знаю названия, может быть, вы знаете и скажете мне. Да, пожалуйста, напишите в комментарии, это будет полезно, да, я буду знать, что за сорта, ну и другие люди. Ну, схожесть ботвы очень хорошая у всех, как я сказал. Все сорта хорошо зашли из 9. И теперь я перейду ко второму, к сбору урожая. Я не буду сравнивать, сколько там центнеров, да, тоннов с гектара, да, или... Потому что я не фермер, у меня ни гектар, ни гектара, да, ни, даже не несколько сотен соток, да. Я выращиваю, да, картофель вот в небольшом количестве. Обычный огород. Небольшой огород, да. Поэтому я буду мерить по старинке, как люди обычно у нас мерили всегда. Сколько кустов в ведре. Вот, вот так вот, да, измерение. Сколько кустов в ведре. А нормой у меня, я считаю, 4-5 кустов в ведре. А хороший урожай 2-3 куста в ведре, да. Если больше 6, это уже плохой. А если куст в ведро, это вообще замечательно. Хотя в моей жизни, в детстве помню, мы когда посадили лапоть, ну и другие там сорта, я помню, что хороший у нас был год тогда, и вышло так, что один куст дал 2 ведра. Представьте, выкопали куст, и 2 ведра вышло. То есть это очень хорошая урожайность тогда была. Вот, ну, сейчас давайте я буду выкапывать сорта картофеля, называть их, да, если вы знаете, что это за сорта, а я не знаю, напишите в комментарии. Так, первое — это сорт, который местный сорт, к сожалению, он вырождается у меня. Я собрал ягоды, да, на следующий год я высажу в семенах, обновлю этот сорт, вот, но он, к сожалению, вырождается, мельчает. Но, тем не менее, он практически не болеет заболеваниями. Вырождение происходит в том, что он дает меньше урожая, чем когда-то раньше давал. Красная такая овальная. Кстати, с конусом. Необычный сорт. Я буду здесь всего 4 куста. Я уже 2 раньше выкапывал, поэтому 4 оставшиеся выкопаю.
урожайность у него, к сожалению, или средняя, или меньше средней. Но у меня обычно меньше среднего выходит, небольшая, поэтому я вот и хочу обновить данные сорта. Видите, еще мелкие есть картофелины. Хотя уже скоро перестанет расти. Так. Сейчас скажу. Кидаю. Но здесь как бы клубней так себе. Ничего. Единственное, они небольшие, маленькие, видите, маленького размера, иногда среднего размера. И часто они вот такие вот с конусом идут. Вот этот сорт с конусом таким. Как бы вот, видите. Ну вот тут хорошо видно конус. Овально-конусная, наверное, так. Хотя вот здесь вот клубней много. Плюс еще здесь мелкие образования клубней могли бы вырасти, да? Я только сейчас здесь собрал, если с мелочью, пусть те получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 только. Плюс там еще бы выросли. То есть могут дать даже 20, да? Но очень мелкие. Мелкие или средние. Хотя раньше было так, что поначалу давали... И большего размера были. Средние или чуть большего были. Но сейчас вот в основном из-за вырождения, наверное, мелкие. На него, в общем, не стоит полагаться. Вот обновлю, там посмотрю. Может быть и стоит. Так, второй куст. Ну вот еще так себе куст. Картошка. Но все равно. Все равно. Средненькая или мелкая. Так. О, куда я там попал? Кирпич какой-то. Откуда он у меня здесь? А, потом, кстати, я ботву эту соберу. Я обычно ботву выкладываю на под деревья. То есть хорошее удобрение. Конечно, не под яблоню, да, потому что там все-таки тоже паршой болеет яблоня, да, потому что как бы нехорошо было бы. А под другие деревья, такие кустарники, как смородина, например, или любые другие деревья. Удобрение тоже для них хорошее. Черемуха. Да. Так, второй, третий далее. Перейдем сюда. Следующий куст выкопаем. Загружаем. Так, это два куста. Ну, как видно, да, уже из двух кустов мало, да. Как я говорил, это картофель, который вырождается местный. Кстати, кто знает, скажите, что это за сорт. Потому что я даже не знаю, что это за сорт. Все равно интересно. Люди уже годами некоторые у нас садят его. Мне нравится, что он гладенький. Его удобно чистить. Кстати, очень вкусный тоже. Я потом сделаю печенку. Вот. Печенку сделаю и запеку в духовке. Я как-то уже делал с ней. Очень вкусная, кстати, картошка. Жалко, что мало дает. Вот. Это представьте, три всего этого. Три, и тут даже половины нету. Так, это еще четвертый. Так. И вот четвертый вот этот кустик. Еще один. Последний данного сорта. О! Вот, все-таки одна картошинка все-таки дала урожай. Ну вот, у данного сорта хоть вот такая вот, хоть одна картошка есть нормальная. Попалась.
Ну, когда обновлю, посмотрю, может быть, тогда и будет нормальный, да. Кстати, если, знаете, у вас вот если есть любимый сорт, и вон вам нравится, и по вкусу, и может быть такое, что некоторые сорта вообще уже никто не выращивает, у вас сохранился, да, а вам он нравится. Если он вырождается в том, что дает уже не такие урожаи, то можно его обновить. Собрать ягодки, семена с него, ну и получится, что обычно после этого, после обновления, урожайность увеличивается. То есть вырастить надо семян мини-клубни, и из этих мини-клубней уже первое полевое поколение будет, уже даст уже хороший урожай. Второе полевое поколение тоже, то есть супер-супер элита, тоже даст хороший урожай. Ну и далее тоже супер элита, элита, как бы урожай будет, должен быть очень хороший. Во много раз больше, чем уже там 10-я репродукция, да, или 20-я. Поэтому, ну я в следующем году выращу мини-клубни из этого сорта, я собрал ягоды. И потом посмотрим, как даст урожаю. Так, ну вот. Вышло около пол ведра 4 куста. Это очень плохо. Получается плохой урожай, да. На данный картофель не стоит полагаться. Нужно его обновлять срочным делом. Так, вот сколько вышло. Всего лишь около пол ведра из 4 кустов. То есть урожайность не очень, да. Единственный клубень нормально большого размера, это вот этот вот. Все остальные вот средненького размера, вот они. Ну вот это еще, да, более-менее нормально. Вот два клубня нормальные, можно сказать, вот эти, да. Остальные такого среднего размера, да, вот он. Или же большинство мелкого. То есть вырождение сорта надо обновлять срочно. А кто знает, скажите, что это такое, да, что это за сорт такой. Далее, да, я... Следующий, давайте, перейдем к следующему. А, кстати, цвет маленечко другой. Здесь вот какой-то вот оттенок такой идет, сиреневый, да, такой розовый. На самом деле чуть-чуть маленечко больше с красна. Ну, теперь дальше перейдем к следующему сорту. Это сорт, который я уже снимал видео, египетская картошка. У меня осталось 2 куска, вот. И я вот хочу выкопать их. Кстати, тут всего я садил 4 куста, всего один клубень. Поэтому это получается пол клубня. Я разрезал на 4 части. Поэтому... Возможно, из-за этого и меньше в кусте клубней. Так, второй куст. Ну, тут картошечка получше. Он и помощнее был. Тоже 1/4 клубня. Но вот тут или среднего размера. Вот это тоже средний. А так, по-моему, побольше еще посмотрим. Ага. Ну так, нет, тоже средний, но нормальный зато. Гладенький, ровненький такой. А, так, вот. Тоже. Да, муравьи, конечно, его обожают, этот сорт. Сладкий. Не такая, конечно, сладость, как из погреба, другая. Ну тоже вкусный, особенно, как я понял, для муравьев, которые его доят. Так, здесь 2 вышло куста, тоже можно сказать, ну так как это 1/4 часть клубня, тут половина получается, да, то в полном смысле нельзя сказать. В следующем году посажу клубень, и вот там уже будет ясно, да, сколько же на самом деле. Но на данный момент урожайность, можно сказать, или средняя, или ниже средней, наверное, даже. Но клубни хорошие. Сейчас помою.
Так, тут два куста. Клубни или среднего, или мелкого размера. Так, тут 4, тут 2, да? А если брать по урожайности, то, конечно же, не совсем, да? По количеству. Такое тоже менее среднего. А поражение, вот один клубень какой-то. То ли сгнил, то ли его погрызли внутри. Может быть, муравьи залезли. Ну, там пусто внутри. Так что, конечно, это более приспосабливаемо к нашей местности. Ну, хотя и дает слабый урожай, да. Этот, чтобы точно выяснить, какой у него урожай, надо садить клубень. Нормальный клубень. И там уже будет точно известно, сколько он даст. А здесь же, как я говорил, я один клубень разделил на 4 части, разрезал. И тут получается пол клубня из этих двух лунок. Но клубни красивые такие. Я оставлю. В следующем году посажу клубнями по одному и посмотрю, какой будет урожайность. Пока слабенький. Теперь перейдем к следующему сорту. Местный сорт, который я уже тоже как-то показывал. Говорят, что это северная роза. Но не знаю, так оно или нет. Я тоже буду. Теперь я уже буду копать так, что в 10-литровое ведро. Да, вот это у меня 10-литровое ведро. Там написано внизу. Я буду складывать, буду проверять по кустам, сколько кустов войдет в ведро уже. Это будет интереснее, да? Может и другой сорт. Кто-то считает, что это северная роза. Сорт, который специально для Сибири выращивали. Так. Такой красивый у него цвет, красненький, красивый оттенок. Тут много клубней, но они почему-то мелкие. Клубней в этом кусте многовато, но мелкие клубни или средненькие. Хотя в большинстве своем клубни где-то 10 штук и такого среднего размера. Или побольше, большие. Ну, тут что-то большое их количество. Но мало. Ой, маленькие. Так, ладно, следующий куст. Думаю, здесь будет получше. Надеюсь. Так. Давайте. Тут уже среднего размера. Много клубней. Хотя мелкие тоже есть. Ну вот. Средненькие. Вот этот сорт хороший. Практически ничем не болеет. Несмотря на то, что уже как бы давно садится в разной земле. Ни парши нету. Хороший урожай всегда дает. Стабильные. Сколько их много. Такого среднего размера клубни. Конечно, глазки большие у него. Разрезал одну картошку. Я люблю лопатой копать, потому что лучше я ее разрежу, там корочка образуется, чем проткну. Не люблю протыкать, потом тяжело чистить. Разрезать придется, мучиться. Лучше ее разрезать, чем проткну. Поэтому, хотя вилами легче, но люблю больше лопатой. Только по этой причине. Так, это второй. Уже почти пол ведра. То есть видно, что урожайность лучше. А?
Так, третий куст. Смотрите, какой хороший кустик. Причем одно еще забыл тут. Ботва хорошая, еще зеленая. Ну вот. Много картошки, средней или такая меньшего размера, да? Но в этом кусте, в этом сорте, вернее, часто попадаются и крупные картофелины. Тут реально очень много. Это даже надо было, наверное, посчитать. Сколько же все-таки? Наверное, больше 20. Может быть, следующий. Так и сделаю. Ради интереса чисто посмотреть, сколько же здесь в кусте картофелин. Садил по одной картошке. Просто картошка одна. Ну, хороший это. Вот это хороший сорт. Не крупный, средний, но много. Вот сейчас, наверное, и проверю. Количество, наверное, возьму. Проверим сейчас. Сколько здесь? Сейчас подкопаю. Вот здесь уже средние или выше среднего, крупные тут уже клубни. Так, ну давайте посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, проволочник появился. 10, 11, 12, 13. Надо считать, нет, это 14, 15, 16, 17. Ай. Семнадцать, да? А вот еще 18. 18. Ну, есть, конечно, и мелкие очень. Но получается, что этот сорт может давать хорошие урожаи. Да. Если эти все 18, особенно крупные, вырастут, около 20 получается. Так, это что у нас? Третий сорт уже почти ведро. Поэтому это хороший сорт. Думаю, 4, как я говорю, нормальный 4-5, да? Нормальный. Так. Четвертый куст теперь. Уже почти ведро. Так, пусть так надо будет. Чтобы видно было точно. Сейчас нажму. Так, это у нас четвертый куст. Ну, тоже хорошенькая картошка. Крупная и средняя. Конечно, и мелкая тоже есть. Куда же без нее? Да, тоже много клубней. Так. Ну, вот, наверное, на этом и будет как раз. На этом, наверное, закончим. Так. Ведро наберется, то есть вот про что я сюда поставлю. Так, вот тоже хорошая картошечка.
Ну вот, ведро набралось. Так, у данного сорта, скорее всего, это северная роза. Если нет, напишите, скажите, что это за сорт. У него получилось 10-литровое ведро с 4 кустов. 4 куста 10-литровое ведро. То есть я, как видите, по порядку брал не самые лучшие крупные, да, а сразу по порядку копал. Вот, это хороший урожай, то есть норма, да? Норма. Обычный средний урожай. Так, ну теперь помою. Ну вот разница видно, да? Вот этот сорт, то ли здесь 4 куста, или здесь 4 куста, да? Здесь 2. Получается, вот, насколько больше, да? Что значит, в среднем выкапываешь, да? Или когда мало, да, выкапываешь. Ну и размер хороший такой, средненький размер картошин. Да, есть, конечно, и много мелкой, но так как в данном сорте много картошин, то можно сказать, это простительно, да? Потому что урожайность в целом получается, ну, такая средненькая, благодаря вот этому сорту. Ну и то, что он дает стабильный урожай, это замечательно, да? Несмотря на разные погодные условия. Все, к следующему переходим. Переходим к следующему сорту. Тоже хороший сорт. К сожалению, у меня только здесь 2 куста его осталось. Я до этого 2 выкопал, раньше выкапывал. Вот. Ну, сейчас покажу вам, что тоже интересный сорт. Я, к сожалению, не знаю его название тоже. Если кто-то знает, скажите. Красная такая, бордово-овальная картошка. Сейчас увидите. Много клубней на кусте. Она даже такая, знаете, с розова. Вот она больше похожа на тот цвет, который до этого вы смотрели. Потому что такой фиолетовым оттенком. А, розовая такая. Красная, розовая такая с фиолетовым оттенком. Что за сорт? Я не знаю. Вот. Большое образование клубней. Причем размеры хорошие. Крупные, средние. Сейчас скажу, сколько здесь всего штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Так, пока 17 насчитал, ну-ка сейчас посмотрим. Где-то еще тут есть. Так, ну вроде бы 17. Так, 17 получается. Вот тоже около 20. Так, и вот еще один куст. О, наверное, близко. Ага. Подрезал он половинку. Срезал. И подсолнух прям. С разных сторон. Попробую откопаю с дальнего расстояния. А, много осталось в земле. Как вижу, он еще растет, данный сорт. Видимо, средне-поздний, наверное. Потому что прошло вроде бы 94 дня, 3 месяца, да, с копейкой. Но он еще как будто бы еще и рос немножко.
Так, ну вот. Ну, два куста. Ну, конечно, около. Наверное, 1/3 ведра. Сейчас покажу. Около половины. Ну, не дотягивает до половины. Наверное, как 1/3. Почти половина. Может быть, чуть больше 1/3. Так, ну теперь пойду помою. Вот такого вот красивого цвета, розового цвета картошка. Вообще красивый цвет. К сожалению, я тоже не знаю, что это за сорт. Такая овальная картошка, овально круглая, да? Ну, конечно, клубней тоже много, а мелких. Есть и крупные, вот одна, два, да. Так, среднего размера, вот такого. Ну, можно сказать, урожайность у него я точно не могу сказать, если бы сколько вышло бы в ведре. Наверное, тоже среднего будет, или близко к этому. По крайней мере, там, можно сказать, 4, здесь 2. Тут 2, да, и здесь 2. Две лунки, два куста. А, если кто-то знает, что за сорт, скажите, напишите, пожалуйста, в комментарии. Следующие два куста. Вот они. Красная, овально-круглая. Тоже похожая на северную розу, но маленько другая. А может и не другая. Может это она и есть, нет? А может это она и есть. Но она как будто сразу. Но у нее, в отличие от того сорта, если там фиолетовые глазки были, здесь, ростки фиолетовые, то здесь, не, наверное, очень похожа на северную розу, может она и есть тоже это. Но ростки были белые. Там фиолетовые. Готового сорта. Клубней тоже много. Так. Раз, два. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ага, вот еще 18. Ага. Не считается. Ну тоже около 20 штук. И вот еще этот же сорт. Тут какие-то клубни даже больше оранжевые. Нет, это другой сорт. Клубнеобразование большое, но мелких тоже много. Средние бывают побольше размером и мелкие. То есть все встречаются. И средние, и мелкие, и крупные. Около 20. Вот они. Ай, разрезал одно. Ничего. Все, что разрезал, все съедим.
примерно та же, как и в прошлом. Хотя, наверное, чуть-чуть больше, наверное. Тут вот из двух кустов почти пол ведра вышло. Чуть больше 1/3. Ну вот, два куста. Хотя он чем-то похож на тот, да, сорт. Но, тем не менее, это другой. К сожалению, сейчас вечер и уже не передает хорошо оттенки. Но даже с камеры видно, что другого цвета. Тут более такого, больше на оранжевого цвета. Похож больше. Ближе к оранжевому, хоть и камера не передает этот оттенок глаз. Ну, смотрит как ближе к оранжевому цвету. Красный такой, оранжевый. Ну а теперь желтое круглое, тоже неизвестный мне сорт, только тоже два куста всего лишь. Ну вот тут их крупные есть, я смотрю. Следующий. Я посчитаю, сколько здесь. Так, сколько здесь? О, какая крупная здесь есть. Вон. Раз, тут так получается первая, вторая, третья. Четвертая. Пятая, шестая. Так, это оттуда. Так. Шестая, седьмая. Семь, то есть восемь. Семь, восемь. Семь, восемь. Девять. Ну, по количеству где-то 10, в среднем 10, да? Как бы ни много, ни мало, ну, так себе. Но зато они хорошие, средние или крупные. Мелочи почти нету. Много крупной и средней картошки. Так, сейчас помою, посмотрим. Так, вот, ну так же, стабильно 1/3 примерно, около половины, два куста. Так, вот она. Ну, эта картошка очень в ней много крупной, я бы сказал, хорошая. Так, вот какая хорошая эта картошка. Нормального, хорошего размера. Мелкой почти нету в этом сорте. Хороший сорт. Кстати, может кто-то знает, что это за сорт такой? Скажите, пожалуйста. Что это за сорт такой картошки? Так, ну теперь у меня 6 сортов. Теперь я буду выкапывать картошку. Сорт краса, который я когда-то вырастил из семян. Сорт краса. Это уже элита. Посадил супер элиту, а выкапывать буду элиту. Правда, в траве плохо видно. Но, тем не менее, попробуем вытащить. В этом сорте всегда более 20 штук картофеля. И очень много крупной. Вон сколько их. Как-то уже видео снимал, поэтому не буду считать. Там около 30 штук было.
Ну и в обычном, обычно так и есть. Вот крупная картошка или средняя. Вот уже 33 с одного куста. Копал. Сейчас посмотрим. Еще кто его знает. Ну всегда более 20 от всех кустах. Говорю, около 30. А тут даже бывает, видите, и больше 30, кажется. Так, вот видите, уже пол ведра с одного. Только с одного куста. Давайте сейчас второй выкопаем. Второй куст. Ого, его еще. Ого, это вообще гигантский. Тут стебли толщиной больше пальца. Причем все. О, ничего тут. Ботва мощная какая. Гигантская. Ого, и картофель крупный. Вот теперь я здесь посчитаю, сколько здесь. Вон ботва. Больше метра. Почти полтора метра. Так. Хотя у нее не крупная ботва. А картошка вон гигантская. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, какая гигантская. 11, 12. 12, 13, 14. О, 15, 16. 16, 17, 18, 19. Двадцать, 21, 21 вроде бы. Несмотря на то, что 21, а нет, больше. Вот еще. 22, 23. Двадцать четыре. Так, 24. Но зато здесь очень много гигантской. Огромной. Вот ведро вышло. С двух. С двух, да, почти ведро, ну, можно сказать, ведро, да, без верха, но ведро. Два куста. А, ну вот, раскидал ведерочко, всего два куста, да, видно разница, да. Это сорт, кстати, я покупал раньше семена, картофель в семенах, семена покупал от фирмы Сидек. Сорт краса несколько лет назад. И вот сейчас вот уже, да, каждый год выкапываю, после того, как мини-клуб не вырастил. Каждый год высокая урожайность. Вот он меня в основном и спасает. Когда неурожайный год,
он всегда урождается. Даже не урожайный год. Так, здесь два куста. Здесь два куста. Здесь. Вот тут, да, египетская. И здесь. Видно, да? Разница, да? А там 4, и здесь 4. Ну и видно размеры, да? Просто гигантские клубни. Причем их удобно чистить. Единственный минус, кожурка тоненькая. И хранение у него такое, то есть оно сохраняется, но весной она такая мягенькая, мягкая, не твердая, мягкая. Но тем не менее, ну, все равно как бы я сажаю, да, каждый год нормально. Ну вот, такой минус у него. Слабенькая кожурка. Что для хранения, да. Хотя по времени вроде бы уже подошло убирать. Вот. Но сорт просто замечательный. Не передать словами. Клубни в основном гигантские, большие или средние. И мелочи мало. Несмотря на то, что, как видите, 30, да, даже 33 в одном кусте было. Так, это у меня 7 сортов. Осталось еще 2 сорта, но их я посадил позже. Один сорт сынок, а другой сорт скороспелки Коломбо, голландский сорт. Сейчас перейдем, их выкопаем. Сейчас уже стемнело, поэтому хуже будет видно. И, кстати, здесь, конечно, нельзя полностью этот сорт сравнивать с теми. Во-первых, по времени меньше. Тут всего около 3 месяцев, 87 дней. И второе, вот эта картошка, которую я раньше садил, она свешивалась над ботвой, я этого не заметил, и сынок поэтому спрел, и, ну вот, пришлось раньше выкапывать положенного срока, а он же не скороспелка, даже не среднеспелый сорт, это поздний сорт, среднепоздний или поздний. Поэтому клубни у него средние, вот это маленечко чуть больше, да, ну вот средние клубни. Хотя я в следующем году посажу нормальные условия и посмотрим разницу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Разрезал. Клубин. Тут получается пол клубня, не целый клубень садил. 10 штук. Ну, из-за того, что на улице уже темно, мне пришлось перенести в сенце картошку. Вот он сорт. 8-й сорт сынок, да, который я выкопал 2 куста. Но в одном кусте тут он вообще зачах. В нем было всего 2 картошинки. Ну, понятно, я же, как я и сказал, да, урожай здесь маленький. Не потому, что сорт такой, а потому, что более ранний сорт заглушил его, вот этот сынка. Тот сорт, да, навис на, это получается, над сынком, да. И получается, что кусты спрели, были слабыми. Вот, и вышло мало, да, картошин. Пришлось выкопать раньше времени. На следующий год я посмотрю урожайность, действительно, какая будет у него. Но теперь посмотрим, вот я разложил. Все в том порядке, слева направо. Первое, что выкопал, 4 куста. Это египетская, желтая, 2 куста. Здесь 4 куста ведро. Хотя я отсюда еще несколько картошин брал, на картошку сейчас жарю. Так, здесь 2 куста. Тоже 2. Ну и в этой 2. И здесь 2. Да, вот этот замечательный, да, сорт. Ну и тут 2.
Так, получается 4 только первой и третьей. А все остальные по 2 куста. Вот так вот можно сравнить. Там, понятно, первый это плохой урожай. 4 куста мало. Остальное средний. Ну, единственное, вот этот мой сорт. Элита, да. Здесь хороший урожай. Это с кустовцы? Вот это, да. Это два куста. Нет, два куста. Он тоже хорошо. Два куста, считай. Вот смотри, он там 4 куста, тут 4 куста. А все остальные по 2 куста. Да, твои 2, как тебе 8. Да, да. Ну да, и картошка какая мощная, крупная. А что, ты лампочку поменял? Ага. Здесь горит лампочка. Угу. Вот какая крупная картошка. Нормальная вообще, здоровенная. И удобно брать, чистить. Так что вот, завтра, то есть здесь 8 кустов. 8 сортов. Завтра я продолжу, сниму 9-й. Да, сейчас уже темно, поэтому завтра, ну, для вас это сейчас будет, да? Я сниму последний, выкопаю сорт, корспилку Коломбо. Ну и далее потом уже по вкусовым качествам сравню. Разложил сорта так, чтобы не перемешались. Очень похоже, потому что вот сынок с этим сортом это перемешается, да? И что делать? Вот, сынок, это я не знаю, что за сорт. И тут тоже похожий вот с этим немножко. Хотя по цвету все равно отличается, но тем не менее, все-таки решил в ящик положить, чтобы не спутать. То кто знает, потому что завтра проснусь, встану, а кошки тут будут заходить, потому что мимо проходят, могут перемешать. Ладно, теперь останется последний сорт, скороспелка. Ну что, последний остался, 9-й сорт Коломбо, скороспелка. Также по порядку. Первого куста посмотрим, сколько будет в ведре. Вот это хорошая крупная картошина, это уже поменьше, средненькая, ну и мелочь. Так, ведро сейчас. Коломбо — это голландский сорт скороспелки. Несмотря на то, что ранний сорт, вкусовые качества у него говорят, что нормальные. Так, я считаю все клубни, даже мелкие, чтобы точно знать, какое клубнеобразование. Хотя в основном это я потом вот эту мелочь всю соберу отдельно, отделю, и это на корм животным будет. А те, что помельче, можно, кстати, клубни, которые небольшого размера, такие, конечно, можно или почистить, или в духовочке. Бывают не сильно мелкие, но не очень мелкие. Как? Мелкие, но не до такой степени, чтобы отдавать животным. Эти такие клубни можно сделать в духовке. Наполовинку я покажу сейчас, после как раз делаю. Там очень простой вариант, возиться ничего не надо, только помыть ее и все, да порезать наполовинку. А мелкие можно и не резать даже. Так, ну вроде бы нету. Так, а вышло всего, сейчас скажу, в этом кусте. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 штук. Одна крупная. Три средние и мелочь остальное. Так, следующий. Вот этот вот.
Садил те клубни, что мне прислали. Размером, конечно, они были не очень. Поэтому, учитывая, что какой урожай, вот здесь вот куда больше. Так. О, вот крупный. Так. Крупный. Вот еще крупный. Вот три крупные уже нашел. Так. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Но здесь я садил две картошины. 19, не одну. Вот в этом кусте. 19, 20. Поэтому тут, наверное, наполовину надо разделить. Двадцать один, 22, 23. Клубни образования среднее. 10 штук. 10-15 получается, да? Среднее или чуть выше среднего. Ну, среднего. Среднее. 10 штук среднее, да? Клубни образования. Вот у меня в красе там, да, там высокое клубни образование. Так, вроде бы нету. Около 15 штук. 10-15. Так. Все, далее переходим. Уже почти пол ведра. Так, сейчас сюда переходим. Сделаем сейчас так, чтобы было хорошо видно. Вот. Конечно. Тут еще два кустика. Вот они. Посмотрим, сколько выйдет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, с этой картошки семь, а вот еще восемь. Восемь, девять. Это гнилая. Так, и вот с этой картошки как раз. Это у нас еще третий куст, следующий, четвертый куст. Четвертый. Я уже сейчас вижу, что результат хуже, чем у местного сорта, который здесь выращивается, местный сорт. Учитывая, что сегодня 88-й день с того момента, как я посадил Коломбо. То есть местный сорт дает больше результаты, чем Коломбо. А тот местный сорт, где я выкопал 4 куста на ведро. То есть в ведре было 4 куста. Несмотря на то, что Коломбо посадил в большинстве своем по 2 карташины. Но карташины были, которые, как и мне привезли, небольшого размера вот такого вот. О, кстати, проволочник уже грызет. Вон он. Небольшого размера. Желательно садить большего размера.
чтобы хорошие были мощные кусты клубни. Ну, вот в следующем году посажу и посмотрим. Там будет, наверное, более лучший результат. Там уже... Опа! Вот это мне не нравится. Он немножко... Ну, хотя на краю вилами. Прокалывать не люблю картошку. Так, ну вот. Так, это у нас 4. Теперь туда перейдем. Так, перейду сюда, там пропущено, я выкапывал просто там уже картошку. Давайте здесь перейду. Так. Это 5-й куст. Попадается хорошая картошка. Ну, в большинстве своем средняя. У данного сорта. Ничего особенного я не заметил. По схожести, по количеству клубней. То есть, ну... Клубнеобразование у него, ну да, клубнеобразование у него начинается раньше. Хотя некоторые местные сорта, как я заметил, в это время уже тоже такие же клубни. То есть, ну как местные сорта, можно сказать. Может быть, потому что я этот сорт привез с Урала, то есть заказывал, и первый год он в другом климате выращивался. Может быть, следующий год посажу и раньше будет клубни. Но на 40-й день их не было. Ну, то есть после посадки 40-й день, имею в виду. Ну, были, ну, смотрите, вот такие мелкие. Что это такое? Правильно, 40-й день. Может, в следующем году будет нормально. Смотрите, уже 5-й куст. А вот эти сорта южные. Ну, полагаться не стоит, да? Хотя в следующем году нормально посажу клубни, посмотрим. Может быть, другой результат будет. Так. Сейчас сюда перейду. Перейду вот так. Так, что это? 6-й у нас уже. То есть все хуже нормы. Норма, как я говорил, 4-5. А вот этого я и не люблю. Вот этого. Прям хороший клубень. И прям на вилы. Лучше лопатой прорезать наполовину. Так. Потом чистить. Вычищать это все, замучаюсь. Так. Почему-то его проволочник просто обожает. Но, видимо, вкусный. Потому что проволочник обычно только вкусно ест. Самое вкусное любит проволочник. Если любит проволочник, значит картофель должен быть вкусным. Скорее всего. Но посмотрим, посмотрим. Я еще сравнение будет. Так, что это? 6-й, да? 6-й. То есть по результату видно, что хуже среднего. Хуже среднего. Смотря на то, что 87-й день. Были бы на нем семена, я бы обновил его, но семян не было. Помидорок не было. На данном сорте было только белое цветение. Жень, да? Ага, сейчас. Вот. Далее. Теперь, как видно, чуть-чуть не хватает. Ну, можно сказать, почти ведро. 6. Так, это 7-й куст. Но здесь-то уже будет. Так, ну и все, наверное, я его выкопал, Коломбо. А там я до этого выкапывал. Почти ряд. У меня 10. В ряду 10 кустов. Так, ну и вот. Получается 7. 7 кустов. Ну вообще почти все скороспелки дают небольшие результаты.
Обычно большие результаты дают поздние сорта. Ну и нормальные, средние еще тоже хорошие дают результаты. А скороспелки редко дают. Но если в следующем году я посажу ее в хорошие условия, у меня же земля так все-таки как-никак. Я только второй год занимаюсь в этом году. Так, 3 года мы здесь, на болоте, да, живем. И только второй год я начал заниматься землей, удобрять ее. Так как первый год, как мы приехали, здесь результата в огороде вообще никакого не было. Так что посмотрим, на следующий год я посажу и посмотрим, будет ли разница. Такая же, как в этом году будет результат или лучше. Так, 6. Получается 6 кустов ведро коломбо. Ну все, теперь у нас остается последний способ сравнения, да? Это вкусовые качества. Сейчас помою и высыплю. Вот так выглядят в ведре помытые клубни. Хотя среди коломбо, да, встречаются хорошие результаты. Да, вот такого вот размера, хорошенькие клубни, гладенькие. Но бывает, к сожалению, да, и так себе, не очень. Средние результаты, ну и мелкие тоже есть. Ну, сказать, конечно, сложно. Давайте я сейчас высыплю и там уже сравним. Ну вот, сравнение, да, всех кустов, да. Учитывайте, что здесь 7, вот он коломбо, 7 кустов, да, разница, или здесь 2, или здесь 7. Причем в коломбо тоже встречаются хорошие клубни, вот если взять вот клубень, но почему-то треснутый, трескается почему-то. Может, это уже сорт выводится, выведение сорта. Выведение, ну, происходит, в общем, вырождение, вот правильно, вырождение сорта, и поэтому некоторые клубни трескаются. Может быть, то, что видите, выращивал в других условиях из-за этого. Может быть, клубню надо привыкнуть к нашим условиям. Так, ну это да. Много мелкой, средней и крупной. Главное по вкусу. Если вкусный сорт, то можно его развести, попробовать. Да, если будет ягодка, обновить его, и тогда будет, думаю, вообще хорошо. Ну, конечно же, на данный момент, если сравнивать, да, то 7 кустов на ведро – это, ну, плохой результат. Как я говорил, 4-5 нормальный, 3-4. 2-3 хороший. Ну, один это вообще идеальный, да? Ну что, теперь переходим к следующему, самому вкусному процессу для меня. Сейчас я сделаю самый простой рецепт приготовления картофеля. Печенку. Но печенку не на костре, а печенку в духовке. Я заметил, что если разрезать клубень наполовину, то есть достаточно просто помыть его и разрезать наполовину. Можно и не разрезать, но если разрезать наполовину, то тогда можно посолить. Так, первое красное, 4 куста, где выкопал. Далее египетская. Вот. Египетская пожелтее. Хотя красная там тоже желтая. Светло-желтая, такого бежевого цвета. Так, третья. Это вот этот вот сорт. Тверже. У него внутри желтое, а с краешек такой беленький.
Ой, я пропустил. Это у нас будет четвертая. Вот сюда. Третья это вот стоит под нос. Сейчас уберем временно. Выберем картошку какую-нибудь, которая красивенько так смотрит. Ну, вот эту можно, например. Причем удобно, что нельзя, не надо даже помыл просто и не надо чистить кожурку. Пока молоденькая, она не будет горчить. Как только она станет, вот сюда надо было. Как только она постарше станет, то тогда кожурка будет горчить. Кожура у нее. Так, это получается третья. Это чтобы нам не спутать. В таком же порядке сделаю, как выкапывал. Так, это четвертую я уже сделал, да? Так, пятая вот эту вот возьмем. Вот эту вот. Желтая полностью. Кстати, если она похожа вот на этот сорт, да? Если в этом сорте желтая внутри, а с краев белая окантовочка такая, то здесь полностью вся желтая картошка. Так же, как вся желтая вот египетская. Так, теперь следующий это у нас идет сорт. Так, не знаю, который я, да? Похожий на дрету, который. Ну, не знаю на самом деле, что это за сорт, адрета или другой. Так, тоже желтая внутри, хотя адрета, говорят, белая. Так, красу возьмем. Небольшой клубень возьму. Какой-нибудь, он такой средненький, небольшой. Средненький. Вот. Сравнение. Краса. Так, следующее, что у нас по порядку было. А, лапы. Ой, лапоть, лапоть не было еще. Лапоть в следующий раз я буду делать. Так, сынок. Клубень сынка возьмем. Ну и последнее это коломба. Девятый сорт. Вот. Коломба. Мягенько, мягенький. Сделаем вот так. А так даже можно больше, еще можно сюда доложить. Можно не так часто. Пореже сделать. Например, сюда сынка можно. А скажем, это тоже реже. Так, вот так вот, да? Вот так вот сделаю. Можно сюда. Один. Запомни главное. Главное запомнить. Вот это один сорт. Так, порядку. Не запутаться теперь. Так, это получается два. Первый, второй. Вот это третий, четвертый, пятый. Не запутаюсь. Вдруг запутаюсь. Так, ладно. Ну, по сути, они похожи. Вот они. Ладно. А делаем вот так, наверное. Маленько. Чтобы было понятнее. По два. Все. Теперь останется посолить. Так, вот. Поближе покажу, как выглядит внутри данные сорта. Ну и посолю, конечно.
Так, начиная слева направо, сверху вниз. То есть с моей стороны, если от меня. С вас наоборот, да, получается. Так, вот первый сорт, который... То есть получается, он так снаружи выглядит, да, так внутри. Которая конусная, которую я первый выкапывал. Имеющая форму конуса. Первые 4 куста, да, выкопал. Вышло всего меньше пол ведра даже. Далее, египетская картошка, которую любят муравьи. Сладкая картошка. Желтая. Продается в магазине, в супермаркетах. Так, третье, это... Говорят, что это северная роза. Ну, не знаю, так ли это или не так. Вот. Внутри желтая, а край беленький. Вот, сейчас посмотрим. Так, далее, четвертый. Немного с роза такого цвета. Немного даже такой, да, цвет необычный. Тоже желтая внутри, края белый. Вот она желтая какая, да? А далее, что у нас идет? Четвертая это... Первая, вторая, третья, четвертая, пятая картошка, которая на эту похожа, да, но если здесь желтая, с края беленькая, да, то здесь полностью вся желтая картошка внутри, чисто желтая. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Это у нас шестой. А, они тоже неизвестный сорт. Так, в данном сорте. Так, в данном сорте он немножко желтенький. Желтань, чуть-чуть желта он тоже. Ну так я смотрю, у всех у этих сортов желтый цвет, но есть слабо желтый, например, вот этот вот бежевый. Также моя тоже чуть-чуть желта. Вот следующий идет краса сорт, высокоурожайный, а калорийность, кстати, выше среднего. Большинство из этих имеют среднюю калорийность, тут немножко больше калорий. Это краса, так, это у нас неизвестный белый сорт. Это у нас сынок. Сыночек. И последняя коломба. Кстати, коломбу, так же, как и египетскую, тоже любит есть муравьи. Тоже подгрызает ее, вот заметил там клубни. Подгрызанные, вот, например, муравьем. Все, вот такая вот на цвет она. Внутри, как она выглядит. Но теперь я солю. Я только посолю. Я приправы не буду добавлять. Обычно я еще какие-нибудь приправы сверху добавляю. Перчик, еще что-то. Чуть-чуть там для аромата. Но она и так вкусная. А так как сейчас я буду проверять на вкус картошку, я ее просто подсолю. И все. Никаких приправ не буду, чтобы не испортила вкус картошки. Чтобы мне точно определить, узнать, хорошая на вкус или нет. А половину из этих сортов я уже хорошо знаю, уже много раз делал в духовочке. Ну, половина. Например, коломба я только первый раз буду пробовать. Сынок тоже еще ни разу не пробовал. Я их по почте заказал в этом году. И вот сейчас первый раз выкопал. А, коломба выкапал уже, пробовал есть, но не в духовке я делал. Так что в духовочке первый раз попробую. Так, ну все, теперь на полчаса поставлю в духовку, и она будет готова. Пока картошка печется, я хотел бы подвести итог по урожайности. Ну, конечно же, хороший урожай, только у одного сорта, это сорт краса. Да, вот это единственный, который дал хороший урожай. Все остальные средние. Да, средние или меньше среднего, да, или плохой. Ну, на второе место я бы поставил два сорта. Это сорт, вот тут третий,
у него большое клубнеобразование. Я думаю, он еще бы рос. Мы копали зеленую ботву. Видимо, он средний-поздний, не средний. Третий, да. И вот этот сорт тоже. Так, 3, 4, 5, 6. Шестой тоже хороший сорт. Несмотря на то, что клубней мало, но у него много крупных. Крупные и средние. Если взять по объему, их больше, чем мелочь. Все остальные сорта... Вот здесь вот, например, крупных вообще нету, только средние и мелкие. Здесь есть только два клубня, остальные средние и мелкие. Но там тоже поздний. Тот сорт, я даже не знаю, как. Ну на данный момент меньше среднего. А если взять вот Коломбо, сами видите, что хотя и много крупных есть, то же самое, много мелочи. Так что, и учитывая, что здесь 7 кустов... На данный момент вот, это плохо. Вот. Поэтому, так, все остальные поставил на последнее место. Вот получается, первое у меня место это вот этот сорт краса. Второе, вот, тот красный. И вот этот белый. Вот тот. Да? И остальные ставлю на третье место. По урожайности, что не заслуживает внимания. Ну, теперь по вкусовым качествам. Подождем, как сделается картошечка, и проверим на вкус. Ну, все сделалось. Картошечка печеная в духовочке. Теперь я переверну на оборотное. Заметили, вот она конусная. То есть, с вашей стороны получается это первое, да, которое мы выкапывали в форме конуса. Смотрите, какая красивая, да? Поджаристая вон корочка. Причем со всех сторон... Причем очень вкусная, сейчас пока она молоденькая. Вот это даже кожурка, которая тоже полезная. Да, она очень вкусная. Так. Осталось только проверить. Я уже до этого пробовал. Хочу сказать вам, что некоторые сорта. Ну, сейчас я скажу. Вот это очень вкусно. Вообще объедение. Хоть урожайность у нее плохая, но на вкус она вот такая вот. Египетская. Египетская тоже вкусная. Тоже мягенькая, вкусная. Чувствуется, что она послаще. Вот эта картошка, она суховатая. Для духовки. Она хорошо подходит для жарки. Варить ее хорошо. А для духовки она суховатая. Ее надо чем-то с майонезом или каким-то соусом. Вот этот третий сорт. Да. Красный. С фиолетовыми глазками. Так, четвертый сорт. Что вкусное. Вся вкусная. Они, если честно, многие сорта очень сильно похожи между собой. Вот этот отличается только, он суховатый, но он вкусный. Вкусный, но суховатый. То есть его надо, если в духовке, с чем-то. А все остальные похожи между собой, вкусные. Ну, как он... Видите, здесь в основном желтые сорта, где много каротина. Сами по себе желтая картошка очень вкусная. Ее, если честно, отличить тяжело. Потому что вся вот в мелочах каких-то отличается. А вот это, кстати, про красу, хочу сказать, которую сейчас ем. Она, я там сказал раньше, калорийность, не калорийность, крахмалистость. У нее большая крахмалистость, а не калорийность. Вкусная тоже. Вообще объедение.
А, Барсик хочет. Да. Так, это краса у нас. Пообгрыз каждый. Так, а это что у нас? Я уже забыл. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что же я такое капал? А, все вспомнил. Та картошка, что я думаю, скорее всего, я думаю, похожая, которая на адрету-то, да? А на самом деле, не знаю, что это за картошка. Это большая, давайте, мелкая. Я, кстати, впервые ее пробую в духовке. Ну, тоже ничего. Тоже нормально. Вроде бы. Сейчас подожди, тут все за. Нормально. Хотя. Смотря чем сравнивать. А если вот с этой сравнить, это, конечно, хуже. Вот это вообще супер. Он самый вкусный, наверное. Вообще аромат прям. Так, сынок, давайте проверим. Пойдет. Но опять же, пойдет. Также вот это пойдет вкусное, это вкусное. Ну, для духовки вот это вообще объединение. Я бы ел, оторваться не могу от нее. А эти тоже пойдут, но по сравнению с этой. Можно сказать, это четверка. Вот это пятерочка. Оторваться невозможно. Тоже вкусно. Так, и последнее. Это у нас. Так. А, ну вот коломба. Вот что интересно. Давай. Хорошая. Необычно. Нормально? Вкусно? А какая-то мягкая такая. Вкусная тоже. Вот эту я бы съел, ел ее. Я на высшее место ее поставил, 5 с плюсом. Хочу. Не, коломба тоже вкусная. Не зря ей говорят, что она скороспелка, но вкусная. Пятерку. Коломба. Вкуснее, чем сынок, мне кажется. Можно сказать, все вкусные. Просто есть настолько вкусные, вот как вот это, я ее ем и не могу остановиться. Вот это вкусное, но ее надо макать чем-то. Ее тоже можно есть. Ну, надо макать чем-то. Она очень вкусная, но суховато. Ну, такой аромат приятный, картофельный. Ну, с чем-то лучше, да? Потому что когда много ешь, как бы суховато. А все остальное, она не сухая, нормально естся. Вот если в духовке делать. А те, что желтее сорта, желтые, вот мне кажется, они вкуснее. Вот, хотя вот это бежевого цвета, но она еще даже вкуснее, чем
даже коломба или, или даже египетская, вот они тоже вкусные на пятерку. Но вот это вообще, ее ешь и ешь. Я не знаю, что это за сорт конусом, который... Ну, идеально для духовочки, для печенки. Вообще, самое вкусное вот из всех этих. Так что, спасибо вам за внимание. Барсик тоже так же думает, да, Барсик? Да, говорит, смотрите. Спасибо вам за внимание. Сегодня я провел эксперимент, который, в котором я лично для себя убедился в определенных сортах картофеля, провел сравнение. Раньше я садил их регулярно, да, и что-то знал, что-то нет. Но сегодня я сам что-то знал, может, и вам это будет полезно. Вот особенно по вкусовым качествам определиться, да, что вкусно, потому что есть сорт, например, вот который я сейчас конусом, да, в форме конуса, да, вот эта картошка первая, что я выкапывал. Ну, урожайность у нее, ну, плохая. Вот честно говоря, сказать, плохая. Но на вкус она на 5 с плюсом. Самая вкусная вот из этих сортов. Хотя все остальные вкусные. Вот все вкусные сорта вот здесь. Нету такого невкусного. Вот все вкусные. Но вот эта картошка самая лучшая по вкусовым качествам. Если делать в духовке. Может быть, если жарить... А мой сорт краса, который самый на первое место по урожайности я поставил, мой сорт, хочу сказать, что он вкусный вот сейчас в духовочке, я его сделал очень вкусный. Его тоже ешь, и приятно есть, и хочется есть. А, ну и когда жаришь его да, на сковородке, то из-за высокой крахмалистости он идеален для пюре. Но если его жарить, то он может, да, рассыпаться. Вот, то есть получается, что картошка, да, это не, может не прожариться. Поэтому, ну, как бы знаете, да, про данный сорт. И у него тонкая шкурка у красы, да. А та же тонкая шкурка у коломба. Ну, вот. А остальные, у остальных такая средняя и толстая шкурка, да. А сейчас, пока свежая, никакая картошка не горчит. Каждая шкурка, ешь, когда кусаешь, да, не чувствуешь горечь. Потом уже, попозже, а когда она полежит, тогда, конечно же, уже так не получится, как сейчас. Надо будет тогда шкурку вычищать, убирать, да, чтобы вот так вот поесть. Сделать такую вот картошечку в духовочке. Ну, всего вам хорошего. Желаю вам хорошего урожая. Ну и посмотрите также другие мои видео на канале. Я уже снимал много и про картофель, я снимал про эксперименты разные. Я регулярно провожу эксперименты, и очень много разных у меня экспериментов есть. Поэтому можете посмотреть на канале. Ну и всего вам хорошего. До скорой встречи. Барсик, попрощайся. Барсик!